Около месяца продолжался матч на первенство мира по шахматам среди женщин между чемпионкой мира Елизаветой Быковой и претенденткой на это звание Ноной Гаприндашвили. В поединке с Быковой молодая грузинская спортсменка уже на старте сумела добиться большого преимущества. Она подряд выиграла несколько партий. Против бурного натиска молодой соперницы трехкратная чемпионка мира так и не смогла найти убедительной защиты. Со счетом 9-2 Нона Гаприндашвили одержала эффектную победу. Студентка Тбилисского института иностранных языков увенчана лавровым венком чемпионки мира по шахматам.